Приветствую, друзья, подписчики канала. Сегодня снова с вами говорящие руки. Шутка. Сегодня я решил приготовить креветки. Креветки мы будем делать в кляре. Посмотрите, какие креветки. Это креветки, называется батан. Одни из самых крупных креветок. Что нам для этого надо? Чтобы приготовить креветки в кляре, нам, соответственно, нужны сами креветки и кляр. Кляр будем готовить по особому рецепту. Начинаем с воды, смесь перцев. Отдельно у меня есть особый перец для этих случаев. Одно яичко, 3 столовых ложки муки и соевый соус. Для начала нам нужно взбить яйцо с водой и с солью. Блюдо делается последовательно. Еще раз повторяю, взбиваем сначала яйцо, соль и воду. Готово. Теперь добавляем 1 столовую ложку соевого соуса. Друзья, не переборщите, все зависит от того, какой у вас соевый соус. Я использую соевый соус соленый, креветочный. Опять взбиваем. Добавляем наш хитрый красный перец. Это смесь перцев чили разных сортов. Продается в магазинах. Большая упаковка. Очень-очень вкусная штука. С нее, кстати, можно даже делать соусы. Так. И один небольшой секретный ингредиент. Есть такой алкоголь белуга травяной. 0,5 столовой ложечки. Добавляем. Друзья, смотрите, сразу реакция какая пошла. Опа, все. Обязательно все это хорошо перемешиваем. Я не буду рекламировать. Вы сами найдете этот травяной ликерчик. Его можно использовать с морепродуктами. Уже не раз пробовал. Обалденная штука. Все. Теперь добавляем муку. Постепенно, потихонечку перемешиваем. Добавляем. Делаем своего рода тесто. Вообще желательно, конечно, использовать венчик. Но это я сейчас все быстренько перемешаю. Делаем эту массу однородной, чтобы была похожа на тесто для оладьи. Нашел я, друзья, такую штуку. Очень полезная в кухне штучка для приготовления небольшого объема теста. Обязательно кляр должен быть однородный. Обязательно попробуйте его на соль. Все, друзья, кляр наш готов. Приступаем к креветкам. А что нам нужно сделать? Нам нужно креветочки наши почистить. Подготовить, так сказать. Хвостики мы оставляем. Голову и вот эту часть мы убираем. То есть все просто. Голову в сторону. И панцирь снимаем аккуратно. Хвостики нам понадобятся, их будет потом просто удобно кушать. Все, примерно так вот, друзья. Так, ну что, друзья, все готово. Креветки наши почищены. Кляр готов. Масло на сковородке. Растительное плюс кунжутное в соотношении 90% на 10%. Разберетесь. Кунжутное масло, друзья, обязательно добавляйте. Оно очень будет вкусно. Все. Сковородка наша практически накалилась. Я потихоньку начинаю опускать наши креветки в кляр. Так вот. Так. Готово. И отправляем на сковородку. И так каждую. Обязательно нужно следить за этим процессом. Иначе можно будет потерять наши морепродукты.
Будет вкусно, друзья. Кстати, можно в кляре также жарить рыбу. О, потихоньку готовятся наши креветки. Главное, друзья, не пережарить. Поэтому креветки наши переворачиваем. Чуть-чуть только золотистая корочка появилась сразу. Уже последовательно так закладывали. Блин, непривычно. Соскальзывает. Надо привыкать к палочкам. Очень удобно. Отлично. Красота. Все, друзья. Наши креветки готовы. Отправляем их в тарелку. Можно использовать пергаментную бумагу, чтобы не было лишнего жира. Ну, нам жир пока не страшен. Шутка. Так что как-то так. Ну все. Вот они, друзья, наши вкусняшки. Отлично приготовленные, запах просто отменный. Сейчас чуть-чуть немножко постоят и будем пробовать. Ну что, друзья, блюдо наше готово. Будем проводить дегустацию. Люблю острый чили, чуть-чуть майонезика. Вкуснотища. Просто обалденно. Вот видите? Кляр у нас не хрустящий, друзья. Он нежный, мягкий. Креветки можно кушать без хлеба. Креветки батан. Очень-очень сладкое мясо. Нежное. Ну, не знаю. Слов нет, одни слюни. Так, ну что, друзья, у меня настал ужин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кто что думает. Всем удачи, здоровья и добра!